Лучшие киноленты патриотической тематики производства юных кинематографистов со всей России показали в Музее Победы. Видеоработы стали победителями конкурса «Объектив Победы». Проект «Объектив Победы» объединил усилия Всероссийского форума «Бумеранг» и Музея Победы по популяризации детского военно-патриотического кино. В музее собрались участники творческих студий из десятка российских регионов. Они встретились с кинооператором, ветераном Великой Отечественной войны Юрием Транквилицким, прошли мастер-классы начинающих сценаристов, посетили экскурсию по следам военного корреспондента. Во время мероприятия представлен новый этап конкурса. Его лауреаты получат путевки на Всероссийский форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» во Всероссийский детский центр «Орленок». Всероссийский проект «Объектив Победы» – это конкурс видеоработ о семейных ценностях и патриотическом воспитании детей. Конкурс проводится Музеем Победы как киноэстафета до 2020 года.